Сейчас я хочу провести вам первое упражнение. Пожалуйста, встаньте. Я тот, кто был, да, слышал. И еще раз повторюсь, что, ну, извините, я иногда такие какие-то, может, слова опускаю, но это не в обиду, я сам себя точно так же называю, что здесь собрались в основном головастики. Головастики — это люди, которые преимущественно живут в голове, да? И это нам, головастикам, ну, это высокоинтеллектуальные люди, я сразу же, да, и сказал комплимент, и это нам мешает. То есть выйти из головы и войти в тело, вернуться в себя, быть в себе. Знаете, вот ты не в себе. Это чаще всего здесь, понимаете? То есть это очень полезно, очень важно, очень нужно. И это вот часть того, что мы делаем во время тренинга. И я вам покажу одно упражнение. Называется оно «Шесть точек». И, как по мне, оно самое, так скажем, эффективное, быстро переключает из головы в тело. Окей? Все делаем, да? А, кто-то уже пока. А, это вы потерли руки в ожидании. Там, кстати, дело в том, что первое, что нужно сделать, это вот потереть руки. Потереть руки, почему? У нас на руках зоны, вы знаете, да, вот связанные со всем телом. Это голова, вот руки, ноги, тут, ну, внутренние органы. Вот мы их сейчас активизируем. Да, вот можно. Во многих практиках. У меня вот такая штучка есть, вот если что, тоже можно, если дома, да, вот такое включить. Хорошо. Теперь, это две точки, да, вот, на ладошке. Теперь, у нас есть это уже на стопах, но стопы у нас все обычно в обуви, да, и, ну, так мы не сделаем. Ну, вот это надо ложиться, да, вот это. Попробуйте как-нибудь так, вот как я, потереть тоже стопы, как-то вот их тоже активизировать. И уже вы почувствуете немножко, что вашу душу как бы немножко уже вернула сюда, да, и растянула по всему телу. То есть, как бы душа оделась на тело, да, а то она где-то вот тут материала. Хорошо. А еще есть у нас уши, это как бы были еще две точки. Но уши я не включаю в точки, потому что, в принципе, они на одной точке, на голове. Да? И вот я вам рекомендую, кто хочет, кто нет, в общем, вот ушетерапию такую сделать. Да, вот. Да, вот можно даже вот так, как обезьянки, как дети. Дети, кстати, не случайно это делают. Да. У них интуитивные есть знания. Хорошо. Ну, а теперь я покажу вам еще две точки. Покажу, как делается. Да? Вы смотрите, потом повторяете. Но просьба всех закрыть глаза, потому что кто-то может стесняться. Сейчас, да, сейчас это будет немножко так, комически выглядеть. Смотрите, две остальные точки. Это низ, где гениталии, да? И голова. Поняли? Шесть точек. Не это понятно. Вот они. Вы так, что ли? Не-не-не. У нас множество мышц из-за того, что мы находимся в социуме, и что-то запрещено, что-то вот неприлично. Мы, например, когда злимся, мы выдвигаем челюсть, правда? Мы же не делаем, мы даже договариваем. Ну, кто-то, может быть, уже сильно в аффекте, да? Мы стараемся не улыбаться, мы стараемся... Ну, то есть у нас вот тут все как бы немножко атрофировано, мышцы. Вот эти, это вот часть одного упражнения, ну, в смысле, верхняя точка, да? Я люди подвигаем, да. А внизу немножко более сложное. Ну, я думаю, вы поймете в каком-то смысле. Там тоже есть мышцы. Да? Там есть мышцы, в общем, у женщин, у мужчин, интимные мышцы. Мышцы ануса. Ну, в общем, мышцы вот здесь внутри. Это самое. И, в принципе, кстати, есть упражнение. У нас вот есть наш соорганизатор, коллега, который этой темой занимается. Да? Вот слышали, может быть, вумбилдинг для женщин. Да? Для мужчин немножко. То есть вы сейчас... Вот я сейчас okay. показываю, да, я показываю, как это будет в целом, со всеми точками на себе. Ну, вы смотрите, а потом, закрыв глаза, мы все повторяем, хорошо? Немножко так, двигай бедра. Напрягать и расслаблять мышцы. А позвоночник ровный. Это вы, знаете, успех этого упражнения, это если у вас по спине побегут такие мурашки, вы почувствуете себя, знаете, как-то по-другому немножко. Да, кто-то нагреется у кого-то там. Это сам. Понятно. Или непонятно? Понятно. Понятно? Всем понятно? Хорошо. Это минут 9. Каждое упражнение. Мы делаем одновременно, но секунд 10. Не, ну, смотрите, я рекомендую вам это делать где-то в течение 20 секунд.
каждое упражнение, да? Вот, нет, это я вам показал части его, потому что шесть точек это все одновременно. Да? То есть руки вот мы, ну, можно так, можно вот так. Все делать одновременно, да. Вот эти, вот видите, хорошо, что я переспросил. То есть нужно, я же показал, да, у меня и ноги двигались, и здесь двигалось, и здесь двигалось, и руки двигались. Шесть точек, это вот как бы мы полностью надеваем душу на свое тело. И находимся после этого в себе. И почувствуете этот эффект, да, оживление такого какого-то активизации, может, смеха, может, да, расслабление какого-то внутреннего, которое, ну, по идее, у всех почти возникает. Окей? То есть, теперь, чтобы друг друга не это самое, и я в том числе, я закрываю глазки, делаем. Я хлопну в ладошки, вы начнете делать, да? Я хлопну второй раз, вы перестанете делать. Окейюшки, как говорил, да, задорно. Договорились? Все поняли инструкцию, все. Ладно, не сочкуй. Дома. Это же тренинг. Ну, да. Ну как? Все в теле. В теле, да? Не получилось. Рекомендация, да? У тех, у кого бывают эффективные такие моменты, когда, ну, знаете, вас понесло. Вы хотите остановиться. Но ничего не можете с собой сделать. Вот это упражнение, проверено на самом себе, да, там каких-то личных аффектах, уменьшает напряжение, оно не убирает там, да, расстройство, какую-то эмоцию, злость или обиду, оно не убирает полностью, но оно уменьшает вот эту составляющую, я могу дальше этим управлять. Ну, то есть я могу дальше как-то поступать так, как нужно в этой ситуации. Вы поняли? То есть оно, вот, применяйте его регулярно в процессе, ну, один раз в день. Лучше три раза в день, да, как говорил Мухаммад, я хотел, чтобы 50, Аллах хотел, чтобы 50 раз молились, да, там 5 раз в день, но у них это самое. Ну, то есть, чем чаще вы это делаете, тем быстрее вы получите эффект, что ваша душа полностью распадается. Ну, и вообще-то мы думаем телом, вот не головой. Вот вся нервная система, да, не вся нервная система перерабатывает информацию, это нам, головастикам, да, если мы хотим увеличить. От 15%, вот у нас говорят, мозг работает, да, до 90% и дальше, да, то есть до уровня гениальности. То есть тогда нужно включать все тело. Все великие открытия в ходьбе, в чем-то еще, в движении, понимаете, мы думаем телом, детки думают телом, мы их посадили потом в школе за парту, блин, и сделали из них, ну ладно. Вы поняли, да? Спасибо, присаживайтесь. Спасибо.